Представить коллективу Минтуризма нового руководителя был уполномочен первый вице-премьер Беслан Джопуа. Президентом подписан указ о назначении министром туризма Хишбет Емураза Владимировича. Исходя из этого, я уполномочен представить вот коллективу вашему Емураза Владимировича. Позвольте так вот пожелать ему удачи. В свою очередь, Теймураз Хишба выразил благодарность руководству страны за оказанное ему доверие. У вас прекрасный коллектив. Те положительные тенденции, начинания, которые были вами начаты во главе с Автонилом Зефиковичем, будут продолжены. Вот, Абхазия – туристическая страна. Мы будем работать. Вместе будем искать новые пути развития абхазского туризма, учитывая сегодняшние реалии, которые есть. Спасибо. Теймураз Хишба в должности министра туризма сменил Автандила Гарцкия, который обратился к коллективу со словами благодарности за долгую совместную работу и пожелал бывшим коллегам дальнейших успехов. Это был дар за Ашасурстаху, Сашмурбхашадзи, где бы мы ни были, Абснома, Нырчума. На самом деле сегодня времена очень сложные, но я думаю, несмотря ни на что, государство и отрасль должна функционировать, а эта отрасль является самой доходной. От имени коллектива слова благодарности в адрес экс-министра высказал заместитель директора национальной туристской компании «Турист» Руслан Кокускир. Теймураз Хишба – самый молодой министр в правительстве Абхазии. С 2010 по 2011 годы он занимал должность инструктора комитета по делам молодежи и спорта администрации Гагрского района, а затем был назначен директором унитарного предприятия «Гагросвет». Был заведующим отделом по курорту и туризму администрации Гагрского района, а с 2013 по 2014 годы возглавлял данный отдел. Сария Кварацхеля, Инала Гухава, Абхазия. Абхазское телевидение.